Всем привет! Итак, у нас новые транспондерные новости. Итак, первая новость. Это спутник Astra на частоте 11747V. Появился канал Talk TV. Он идет открыто и доступен к просмотру. Можно отсканировать эту частоту, и канал будет доступен. Следующая новость. Это у нас уже будет спутник Other Space 45 градус на частоте 12520V. На данный момент идет открыто исторический канал Viasat History. Следующая эта новость, у нас уже спутник Other Space тоже на 11135H ушел канал Jugantel. Канал уже недоступен на данной частоте. Ну, всем, кому хочет не пропускать новости, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну, а у нас следующая новость, это у нас спутник Туркменалем, 52 градус, тут Мосфильм «Золотая коллекция» был открыт, но он уже кодирован на частоте 12226V. На спутнике 75 градус, с частоты 12653V ушли международные версии каналов СТС, Пятый канал, СТС Kids, Перец Интернешнл, РЕН-ТВ и домашний телеканал Интернешнл. На этой частоте уже недоступно. Следующая новость и последняя, это Экспресс 53 градус, с частоты 11002 ушел канал Canton TV International, и NTV HD также ушел с частоты 11505H. На спутнике The Space 46 градус, на частоте 11135H появился канал MyFive. Он идет на данный момент открыто. На данный момент все эти новости. Всем спасибо за просмотр и до новых новостей. Всем пока.